Hero 7 Black Edition. Потому что сейчас сезон плохо. 24. Почем она вот такая маленькая? 23. На Митинском радиорынке. Видишь, он говорит, у нас стабилизация какой-то. Да они все стабилизации. Не-не-не, сейчас нет. Расскажу. Ну так, чё, Димон, куда ты завтра уху едешь лечить? Ветеринар, походу. Ветеринарку? Как твои друзья тебе лечили ухо. Насосом, да? Говорят, насосом интексовским. С разными насосами. Медицинские. Прошу тебя, надо будет запатентовать эту схему. Да, слышишь, это насос от всего, от уха, от поноса. Промывание, промывание, наоборот, туда. Стены древнего Кремля, просыпается родная наша лучшая страна, могучая, кипучая, никем не победимая. Москва моя, страна моя, ты самая любимая. Особенно Кунцевая. Да. Да у сотки едут уже другие ребята. Две сотки, это вообще все по-любому, по-другому. Это уже, знаешь, два по сто. Сравни. Сотка, 800 тысяч, двусотка, 5 миллионов. Есть разница? У нас уже трехсотка есть, а нет. 4400, конечно, я есть. Я думаю, сейчас 5 миллионов, только в начале цена. Думаешь, что нет, сотка и двусотка, это одно и... Качать тебя, Димон? Подожди, да, я Ксюху закрою просто. Ты можешь сказать, она не залезет так нормально. Я сейчас... Давай, за руку держись. Давай. Веселость такая. Сюда, сюда. Ксюш, в эту сторону прыгай. Отойди. Папа, я веселый. Подожди. Что, Толян, накачаешь меня? Давай. Давай. Раз. Два. Три.
Мужа, я землянин. Скользко очень. Была в тарзанке. А тут по-любому где-нибудь есть тарзанки такие, да? Ну, деревья надо найти скошенные. Знаешь, Димон. Толян, гаси. Димон, ты живой? Ты живой? Че, парюшку просто. А что сказали? Че, надо либо за спиртом ехать в ад. Может, поможет. Че, папа? Алло, папа. Че делать? Димка! Поляков. Ну, он сказал, серьезно или нет? Или просто вода попала? Димон! Итак, едем на прогрессе с мини-толиком. И молодым, харизматичным, красивым. Держи давай! Решили поставить тент от ветра, да? Да. А, ты знаешь, прогресс – это же самая распространенная лодка из советских. И вот я тут сразу стекло с тентом, они же одно от другого пляж. Мне, блин, так изловчиться, да? Я вот сколько раз пытался на видео
клиент готов, второй клиент готов. Слава богу, капитан пока что еще будет. Да это фигня еще. Такие места покажу. Рыбу так умею ловить. Сашка, надо мотор поднять. Давай. Пойдем, Брэдли. Да, сейчас покажу. Сейчас смотри, Саша. Я здесь давай, пойдем. Давай. Пошли, Рейден, на размер. Геннадьевич написал, виды вдохновляют. Башку бы снова не ебаться, шатался так, что... Мы сейчас подтянем его. Вот так, пойдем на узко. Сейчас. Да не надо, зачем не тянуть? А, ну зачем? Детем. Да я их сниму и поставлю, не парься, не тягайте его, господи. Давай подтянем, будет удобнее для всех. На, Димон, ничего не нажимай, снимай. Съемочка идет. Так, стой. Сомалийские пираты. Да за утку подтянем, да и все, вон, возьми ту утку. Пушистый хвост. Кстати, вода теплая. Ну, как сказать, была и потеплее. Рейден тоже, смотри, по делам, по хозяйским. Вон, Диман, скатерть сними. Красиво стоит. Да. И сверху кнопочку потом. Хорошая дырочка такая. С пляжиком, смотри, смотри. Дань, да ты достал падать, ну что ты? Ничего себе так. А смотри, Сашка, здесь пожар был. Кто-то не уследил за костром, видимо. Погорел лес. Это ничего, восстановится. Не так много. Так, вот приехали на остров. Напротив деревни Хретень. Вот такие вот сосны. Очень приятный сосновый воздух. И с нами лошадь, как всегда. Лошадь! Ну реально, потому что может пригодиться кому-то. Чуть-чуть дров, и все, я прошелся, вплоть до каждого бычка собрал. Потому что Дима, он канат, он копьян, он вот так вот просто в разные стороны бросает. Просто, знаешь, как будто нас не было вовсе там. Ну потому что, блин, надо что-то своим детям оставить в конце-то концов. Внукам. А то они приедут сюда, и просто гора
как, с темпом получше, ребят? Да. Сейчас давай иди сюда. Водоплавающая собака. Водоплавающая. Пойдем. Я пойдем туда. Ребят, аккуратно. Вот такая вот беседочка. Приехали тебя кормить. С личной охраной. Охрана. Тупая. И вот с таким вот видом на озеро Селигер. Кафешка. На Волокщине.
Волна на озере большая раздулась. Сейчас по волне пойдем. На прогрессе. С сороковочкой двухтактной. Смотри, мне даже камеру залило. Здравствуйте. Идем посмотреть, насколько глубоко. Не, здесь максимум полметра, наверное. И побольше, может. То есть обнелело сильно, да? Да. Ну вот даже приходится, я вот в тот раз прошел, потом мотор пришел. Рейден, Надь, там собака может быть с лагерем. Давай ко мне его сюда. Сейчас, Дим, подожди. Рейден, Рейден, иди сюда. Дай, Димон, выйду. Вот это нормальная глубина. Да, по плечи, да. А здесь, говорят, даже его углубляли. Так, вот проводим. Вот проводим катер по копанке, потому что она в этом году пододмелела. Тянем на руках. Вот канальчик. Вот раз, и вот два озера. Соединяется канальчиком под названием Копанка.
Здесь обитают вот такие вот животные. Вот смотрите. Кто это у нас? Собаки монахов. Рейда. Специальная порода, Рейда. Чтобы копали хорошо. Надь, смотри, что там собак не было. А что, Ок, что ты будешь делать, если они будут? Вот такая копанка, копали монахи. Метров, наверное, 100. В этом году еще сильнее обмелело. И получается, что по ней вот приходится как бурлак на Волге. Тянуть катер за собой. Собственно, вот так это и происходит. Берем вот так за ручку и идем с катером, как под ручку, с девушкой по бульвару. Вот так я его протаскиваю. Глубина метра пол. Так гуляем. Архитектор. Ну, как-то так. Загнала собаку в воду, чтобы переплыть копанку. Загнала нас, дураков, этот катер на руках тягать с берега на берега. Чтобы сказать, что нету здесь у нас лисичек. А ты как перешла? Ну там так просто. А сколько тебе там было? По коленку? Так, ну вот, откатались, затягиваем наш прогресс на прицеп. Шлифование будет происходить на пляже. Солнце уже идет к закату. Так, ну вот мы сейчас выезжаем на песчаном пляже на Ниве. Опа! Что-то не идет. Попытка номер два. Буксует.
Попытка номер три. Буксует. Попытка номер четыре. Да, на песке, конечно, тяжело. Ну вот и поехал прогресс. Все шикарно. И никак не могло быть иначе. А так все, огонь. Ну вот прогресс. Иваньковское водохранилище прошел. Иваньковское? Какое Иваньковское? Истринское. О, на Истре не был. Где был? Нигде не был. Еще где-то был. 40 лет в каком-то ангаре стоял. Чах, потом приехал мини-толик, забрал его. И вот теперь он все. И Селигерда покорил. Ну, кстати, неплохо так прошел он по Селигерду сегодня. Да? Я хочу сказать. Так, вот Нива Урбан, которая теперь с кондиционером. Это Black. Еще и Black. Видишь, у нее потолок черный. Черный потолок. Здесь даже кнопка вызова есть. Хочешь позвоним? Не, не надо. Не, ну на секунду просто. Так, и расход получается 9,3. 9,3. Это я и с катером, и без катера. Это с катером и по Москве, и везде. Машине вот 4 месяца, я накатал 11. Слушай, ну блин, и потолок такой и просторный, да? И... В принципе-то и сзади есть куда сесть, и хоть какой-никакой багажничек есть, и прогресс он тянется. Не знаю, Димон, мне кажется, очень хороший вариант. По крайней мере, она новая. Вот именно, Саш, понимаешь, я не хотел эти ведра, блин, брать, которые потом будешь ремонтировать. Причем я хоть и сам занимаюсь ремонтом, но свое ремонтировать я ненавижу. Поэтому я выбрал просто новый варик, чтобы просто без проблем кататься, и все. Новый прицепчик, новый, ну, в кавычках, прогрессик. Понятно. Новый и сколько моторчик. У прогресса расход примерно? Я так прикинул, Саш, наверное. Ну, ориентировочный. Ну, литров не на полном ходу. Вот, ну, на 2/3 гашетка. 37-40 метров в час условно. Литров 17-20. Вот литров 17-20. Вот. За 7 дней мы сожгли где-то 75 литров бензина. Нормально так. Не, ну по крайней мере он везет. И везет причем пятерых. И как бы это очень хорошо. Ну, да. Самый большой плюс прогресса, конечно, что в нем можно грузить, еще раз грузить, он как грузовик. И волну неплохо проходит. Да. Серьезно, у нее SOS кнопка есть, зажимаешь, он начинает звонить. Там оператор с тобой связывается, говорит, что с вами произошло. Ну, прогрессик, пылился ты в Ростове-на-Дону, Димка тебя забрал. Теперь молодец, раскачал, да. Прошел Селигер, волну, шторм, знаете, куда же перевез. Прогресс называется «Папайя-моряк». Огонь. Ну и движок радует. И расход, и моща, и так далее. Ну, что говорит, Меркурий. Для моря сделанный. Сороковка двухтактная. Огонь. Я даже винт ни разу не побил. Смотри, тут краска с него слетела. Начинает, точнее, слетать. А так нет, я думаю, Димон, краска с него слетает больше от того, сколько ему лет, нежели чем от какого-то механического возможно, воздействия. Да, возможно. Возможно. Нормально все прет. Огонь. Я очень рад. Комплект себя оправдал. Полностью. А самое главное, что если вдруг чего, за те деньги, что в него вложены, он точно уйдет. Приехали. Ну вот как-то так. Альфред Васильевич. На этом заканчиваем повествование. Я думаю, увидимся еще. Какой харизматичный. Дядь Саш, какой у нас? Молодой харизматичный. А проход ноги? Проход ноги без Пети.
Только этого мало. Только этого мало. Понапрасну не зло, ни добро не пропало. Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и правду несло, только этого мало. Только этого мало. Только